выезду готовимся на сутки. Куда? За линию? На первую линию фронта, да. Киплев или как его сказать, тоже. Чувак, короче, я вчера, блядь, ранил нахуй. Прикинь, этот пидорас, блядь, дрон прилетел сверху, блядь, гранату кинул нахуй на танк. На ваш? Нет, на пацанов. Вот Синельника Паша и еще вот это Киплева, блядь, Серегина. Короче, Синельнику нахуй, блядь, шею нахуй, несколько осколков в голову, тому, короче, в плечи и в ноги. Они без командира поехали. Командир батальона спрятался в подвале, нахуй, в каком-то пятиэтажке, нахуй. Они вдвоем поехали. Один механик, а второй за командира и за наводчика был, короче. И пиздец, нахуй. Так, а вы хоть свои подшаманили, блядь, танки? Подшаманили. Сейчас вот пацаны с другой бригады приехали. С Бурятии, который 5-й танковый. Сейчас смотрят, проверяют. Просто у нас танк перестал стрелять, нахуй. Сейчас заряд, снаряд в стволе, нахуй, сейчас... Главное, чтобы не въебала она, блядь, а то мы сейчас тоже в таком месте, блядь, где Укроповская арта стоит, артиллерия, нахуй, блядь, сейчас услышат, нахуй, по нам начнут ебашить, поэтому, блядь, сейчас аккуратно хотят вытащить. Пиздец. Блядь, сейчас посмотрим, если не БГ, то останемся здесь, если БГ, то поедем, блядь. Но я откажусь, наверное, ехать. Да нахуй надо, блядь. Потому что я как командир танка, блядь, там потеряюсь, нахуй, блядь. У нас там танков всего лишь 5 штук наших осталось, блядь. Совершенно никого он точно не едет, если он нахуй ничего не знает. Да он сам не хочет ехать, нахуй, он отказаться хочет. Вообще от этой всей хуйни. Вообще хочет съебаться? Качку? Да, да, он уже с января здесь, пипин, блядь. Ну, короче, наши все хотят отказаться от команды. Вот. От чего? От всей экипажа отказаться, все роты. Потому что он бестолковый, он артиллерист, он не танкист, нихуя. И ему похуй на личный состав. Вот пацан ранил, он даже, блядь, ничего не спросил про них, блядь, даже по радейке не доложил. Как они живы, не живы, нахуй. Танк увидел, пригнали сегодня, я охуел. Он весь, нахуй, в дырках, блядь, от осколков, блядь.